Всем привет! Сегодня у нас будет ремонт измельчителя садового Makita UD2500. Я его уже разобрал, сделал диагностику. Давно ждал просто запчасти. Вот от него двигатель стоит отдельный. Короче, здесь вот эта запчасть, которая сломалась. Вот новая. Изнашиваются просто-напросто вот эти вот самые втулки, которые внутри шестерни. И в основном это самая распространенная поломка. Заказать пока можно. По цене я уже не помню. Рубля 3, что ли. Ну вот, артикул можете сами погуглить, сколько это стоит. Собирается просто. Вот здесь с этой стороны двигатель стоит. Это корпус редуктора. У нас отсюда вал двигателя ставится вот так, потом шайба, шестерни, и вал, на котором нож. Ну это примерно я показываю. Естественно, вот оно не попадает. Чуть-чуть не так надо собирать. Наоборот, сначала на вал шестеренки надеть. Это я просто показываю для примера. Вот так. Ну и крутится это все. Просто смазки нету. И двигатель не вставлен, поэтому оно все туго. Значит, собираем, смазываем, одеваем так сверху корпус, собираем двигатель и проверяем. Вот такой нож. Идеально, и
Видите, вот здесь паз, вот сюда он должен совпасть. Так.
Конер Лобзик, мотив такой. Работая двигатель, получается, шток не раскакивать начал. Что, что может быть, сколько по ремонту будет по времени, по стоимости, примерно, ориентировочно? Ну, это через недельку только скажем. Ага. Мы сделаем диагностику, посчитаем, позвоним, согласуем цену. А если вся эта хрень будет получать, сколько она будет? Ну что? Много, я посмотрю, там очень много. Так, синий. Соединяем с синим. Желтый с желтым. Красный с красным. Теперь у нас остались провода, которые шли на концевики. Вот они. Один сюда. Поджать немного.
Скажи. Ну что, теперь скручиваем, и снизу тоже дно нужно закрутить. Собрано, можно надевать нож. И сюда надо гаечку вставить. С этой стороны ограничитель. Да, вот сюда еще смазочки. Короче, пришлось разобрать его обратно, так как запустить я его не смог, потому что клиент принес без ведра, а здесь у нас внизу концевичок, а там специальная пластиночка. То есть просто так туда вставить какую-нибудь железочку, закорючку не получится. Но я вышел из ситуации, я открыл, вот сюда вот поставил перемычку, вот он этот концевик, это выпало уже. Сюда поставил перемычку, сюда вкрутил болтик, здесь нажимаю кнопочку, начинаю включать, все равно не работает. То есть работает только одна кнопочка. А все почему? Я уже разобрал. Короче, непонятно, то ли оно на солнце, он поплавило его, то ли его тут кто-то уже лазил. Короче, вот до этой кнопки, вот это работала только кнопка. Она достает до платы клавиша. А пуск, он вон не касается. Вот такая фигня. Вот, надо прижать, и тогда касается. И тут нету винтика, вот откручено. Может, сейчас попробую чем-нибудь закрутить. И будем пробовать еще раз. Ну, вроде бы собрал. Вроде сейчас нажимается. Вот винтики нашел, 4 винтика закрутил. Сейчас будем включать и пробовать. Соединяем концевик, подаем питание, нажимаем концевик, реле сработало, включаем. Желтая кнопка вверх. Желтая кнопка вниз. Все, теперь все работает.
Kederbach.